Лекция номер 12. Налогоучет акцизов. План лекции. Экономическая сущность акцизов. Подрядчик акцизов. Подакцизные товары и ставки акцизов. Налоговая отчетность по начислению и уплате акцизов. Цель лекции. Познакомить студентов с ключевыми аспектами налогового учета акцизов. Углубить их понимание экономической сущности акцизов, механизма налогообложения и отчетности. Акцизы являются специальными косвенными налогами, которые включаются в розничную цену отдельных видов товаров, как надбавка к цене. Государство использует устойчивый спрос населения на некоторые виды товаров, а зачастую и монопольно высокие цены на них для применения акцизной политики в отношении данных групп товаров в целях пополнения государственного бюджета. Экономическую сущность акцизов также можно обозначить тем, что акцизный платеж оплачивает конечный покупатель, в отличие от НДС, который взимается при каждом обороте и распространяется на промежуточных потребителей продукции. Экономическая сущность акцизов состоит в том, что данный вид налогов играет значимую роль при осуществлении фискальной политики различных стран. Это связано с тем, что через установление акцизных сборов на товары с высокой рентабельностью государство получает в бюджет часть сверхприбыли от реализации таких товаров. Плательщиками акцизов являются физические и юридические лица, которые производят подакцизные товары на территории Республики Казахстан, импортируют подакцизные товары на территорию Республики Казахстан, осуществляют оптовую розничную реализацию бензина, за исключением авиационного и дизельного топлива на территории Республики Казахстан. Осуществляют реализацию конфискованных, безхозяйных, перешедших по праву наследства государству, безвозмездно переданных в собственность государства на территории Республики Казахстан подакцизных товаров, указанных под пунктах 5 и 7. Части 1 статьи 462 Налогового кодекса РРК, и по которым акциз на территории Республики Казахстан ранее не был уплачен в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Плательщики акцизов являются физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию имущественной массы подакцизных товаров, указанных в статье 462 Налогового кодекса РК, и по которым акциз на территории Республики Казахстан ранее не был уплачен в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Осуществляет сборку подакцизных товаров, предусмотренных по пунктам 6 части 1 статьи 462 Налогового кодекса РК. Плательщики акцизов являются также физические лица, импортирующие подакцизные товары с территории государств-членов Евразийского экономического союза в целях предпринимательской деятельности. Подакцизными товарами являются все виды спирта, алкогольная продукция, табачные изделия, изделия с нагреваемым табаком, никотиносодержащие жидкости для использования в электронных сигаретах, бензин, за исключением авиационного, дизельного топлива, моторно-транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек с объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров, за исключением микроавтобусов, автобусов и троллейбусов, автомобили легковые и прочие моторно-транспортные средства, предназначенные для перевозки людей с объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров, кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначен для инвалидов. Моторные транспортные средства на шасси легкого автомобиля с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенные от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой с объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров. Сырая нефть, газовый конденсат, спиртосодержащая продукция медицинского назначения, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства. Ставки акцизов.
ставки акциза устанавливаются в абсолютной сумме на единицу измерения в натуральном выражении. Благодарю за внимание.